всем доброго-предоброго утра. Понедельник, обед, дождался и обратки. Обратка у нас будет аж в Подольске. И шеф говорит, надо завтра в 8 утра строго быть там. Я говорю, шеф, ты знаешь, что в Москве творится? Я сейчас до Подольска буду ехать 3 часа с Балашихи. Оттуда 6 часов, еще как меня загрузят, если по МКАДу. Он говорит, иди по 107. Я говорю, ага, там еще хуже, блядь. Все светофоры, все светофоры. И я говорю, я не поеду до утра. Я буду как человек спать, так что без обид. Так что мне до скорости хотя бы дойти, я не знаю, в то время, в которое лечь. Я говорю, в 11 будет, я ложусь спать. 11-12. Так что... Что будет, я хрен его знаю. Отвечает Гарик на примере Саши Цыкало, пожалуйста. Быстро. У меня окошко не поднимается. Если будешь смотреть ролик, я его отпущу, а потом поднять не смогу. Здесь. Извини. Что поговорить не получилось. Люди, короче, проезжают, так сначала. Колян, а ты что на Вольве? Я лучше старенькая Вольва, чем новый КамАЗ. Ты прав, красава. Потом подойдет, едет. На Вольве Колян? Я говорю, да. А ты что там КамАЗ так распаливаешь, сам на Вольву ушел? Я говорю, почему я распаливаю? Если бы не на газу, то ничего машина. На газу я боюсь. У меня может быть такая фобия. Короче, толкаемся. Попробуем остаться на базе и выехать ночью. Меня тоже прости. Прости, открыть не могу. Потом будет дуть, и я простыну. А, с этой стороны еще. Спасибо. В русском языке. Ой, приятно, ребята, приятно. Спасибо огромное. Конечно, он показывает слева. Приятно, да, приятно. Приехать толкаться, уж толкаться. Преподаватель филологического факультета. Ну, он хотел меня завалить. Ребят, а как вам такая идейка? Предложил Димка с Мишкой, позавчера еще разговаривали. У нас есть в Питере автодома на прокат. То есть не прицепы, домики, а автодома. И Димка такой говорит, давайте, говорит, попросим скидку, ну что, якобы будем снимать на канале. И, говорит, поедем втроем, дней на 10. Там будет пиком того, что нужно, кто первый встанет, ебать стопку, чтобы за руль потом, ну, не надо было садиться. Димка умеет готовить, Мишка будет за рулем, а я буду бухать. Дней на 10 можно было бы съездить в Крым. Не-не-не-не, времени вообще в обрез, кофе попить. Не могу, честно, надо загрузиться и, по идее, к 8 утра. Вот, так что мы еще подумаем по этому поводу, к августу, пока Димка семью не перевез. Показывает зеленым, до места 2 часа, но эти-то два ряда не едут ни хера, тут съезды, заезды. Коммунистам в итоге поддержали. Остановился, короче, Саня. Познакомились, все-таки с Саней увиделись. Сунул тушенку. То есть я сегодня опять не голодный. Ой, блядь. Тише, хватит рекламы. Спасибо огромное. Иди на жопу четверки. Вот так вот. Колян, здорово! Который занимается почти 10 лет своими машинами. Привет! По поводу звука, по поводу там еще что-то, ну, сейчас можно сделать... Что, приближено все еще, да? Вообще жопа так входит. Сейчас будет блогер, где Ламборгини будет там... Блогер! Привет! Мы взяли... Самую пробочку, да, приехал? А, нет, работают стопики. Нет, на момент разгона. Да, толкаемся, опять Подольск у меня, бля. 18-19 км в час, я уже... Привет, вам огромный. Вы на юг поди или куда? Куда? Нормально, что супер, спасибо. Я знаю, какие сколько людей кайфуют от того, что ты делаешь, смотрят, получают удовольствие.
мне не я досматриваю еще. Это о, бля. Дело, а, да? Пошли потретьему, там все люди заняты. Фордик, спасибо тебе. Кто-то это осудит, ну, что идете после зеленого планшета, блядь, сверху. Второй ряд занят дорожниками. Я считаю, что при таком условии я сделал максимально. Принято, принято, спасибо. Какой материал нахуй не применяешь. И я тормозну на скорость максимум. Потом приду к тебе, подарю тебе этот материал. Ну как можно по МКАДу летом ездить? Мне еще с той стороны херачить. А я кушаю конфетки, мне нельзя вообще по третьему так-то ехать. Не то чтобы мне с тобой не нравится, но я придумал, как быстрее доехать. Заебали эти ремонты, блядь. Сколько там МКАД нужно делать? Каждый год, блядь. Каждый год. То есть заезд с Давидычем? Обучение, целый день я буду учить человека. Это... Заезд, ты можешь назвать это, блядь, как угодно. Это я не хейтер, приз, о котором я даже не знаю. Без слов. Полный пиздец, короче. МКАД, блядь. 14 километров по МКАДу. Нога уже пиздец. Уважаемые водители, кто, блядь, сломается на этих двух полосах, либо там что-то откатите вот туда, к обочине. Стоит эвакуатор, машина, мы, блядь, все толкаемся. Легковые, имеется в виду. Причем толкнул, откатил ее туда и стой. А вот этот регистратор розовеньким показывает, слегка красным. Но они едут, мы стоим. Кошмар. Матов, матов столько. Все, встали. Москва. Все, постоим. Хули ты ноешь? Жесть. Ну, понял, дружище, спасибо. Удачи. Сейчас метра два проедем, опять станем. Хватит, давайте еще постоим. Давайте. Стоим. А что делать? Можно сериал включить какой-нибудь? Пиздец. О, 3 метра проехали. 5 стоим. Охуенно, да? А нога в ахуе уже. О, уже пиздец. Как на американцах. На американцах ездят люди-то. Жесть, наверное, вообще. Ну их и не видно здесь. Они скажут, ебал я в рот, МКАД. Где-нибудь, куда-нибудь. О! 4 метра. Ты на кофирку уходишь или что? Да, на кофирку. То там, блядь, она стоит. Надо наоборот, тут в левый сейчас ряд уходить, да. Мне похуй, я в третий ряд выехал, короче. Да пизды, я заебался стоять. Там все на кошельку с двух рядов, блядь, с двух. Потому что людям похуй, то что грузовые не могут ехать. Они с двух рядов ткнулись и стоят, блядь. И мы вместе с ними стоим. Номера не буду показывать, вот так вот. Лучше я в третьем ряду. И до пизды, абсолютно. Ман, пойдешь? Вот и ман пошел, тоже номера не показываем. Так и нужно. Ебали мы все в рот, блядь. Тупость. И третий ряд стал ряд, блядь. Пиздец. Кашира. Что Ярославка, что Кашира, блядь.
залупа. Мне еще потом на Симферопольское уходить. Инспектора. Воу-воу-воу-воу. Нам могут дать пизды. Нам могут дать пизды. На номер сделать откидной. Чик нажал, брам, бросил и попер, блядь. Сука. Как по Москве можно работать? По месту я не могу. Вот он едет. Везет бедные блоки куда-то. День, блядь. Командик, не жми меня, пожалуйста. То я зеркало себе сломаю. Я во второй ряд уж не буду вылазить до такой наглости. Смотри, что творится. А где камера-то, парни, первая будет? Съебаться-то успеть. А, тут еще и на съезд стоят, понятно. Сейчас там поедем, значит, дальше. Я тоже съебываю, чтобы под камеры не попасть. Спасибо. Саня стоял. Он без рации, Саня. Все, никто же не видел. Я еще там час такой постоял. Матерись. Сейчас еще будет красный. Тут кусочек зеленым. О, опять встали, короче. Когда, блядь, у меня кончится уже пропуск на этот ебаный МКАД? Когда? Чтоб я только ночами тут ездил. Охуеть можно. Все. Счастливо, ребят. Хоть прогодился с вами немножко. Удачи вам, счастья, а мы постоим. Истерический смех называется. Да нет, нет. Главное добраться, загрузиться хотя бы. 500 метров после моста. Держитесь левее. Кое-как я выбрался на Симферопольское. Сейчас надо что-то холодного купить. У меня вся вода кончилась. Стоп. Кого пропускаем? Спасибо. Выскакиваем на Симферопольку и какую-нибудь заправку найдем. Хочу что-нибудь попить холодного. Подольск. Нет, а нам... Держитесь левее. Тулу. Прямо 10 километров. Спасибо. Все зеленое такое. Спасибо. Да, не надо делать. Видим, что мало, блядь, уже, блядь, едем. Тоже во второй... Нет, я же останавливаться собрался. Где-то авария какая-то, что ли, говорит, внедорожник под выброс. Под кого-то залетел. А, вон, и пробка здесь. Короче, выезд у меня тоже будет пиздатый. Только внедорожник, сейчас посмотрим, что с ним. Вольва какая-то. Все, выезд у меня тоже шикарный будет. А 8 надо быть. Каким жопу раком, хуй его знает. Хрен. Мишка же выезжал по семерке. Что-то созванивались 5 что ли вечера. Я, по-моему, говорил или нет? Это... Утром звоню, что, говорю, ты где? Он говорит, в Москве. Я говорю, в смысле? Я, говорю, 60 километров проехал, говорит, весь вечер. И встал, говорит, на. Терпение, ребята. Терпение. Кто на внутрянке, тем тоже терпение. Москва днем, ребята, все красоты. Кушать. Шавуху еще хочу. Тут что-то было такое, по-моему, где-то. Она везде, на каждом углу. Так, на заправку или с шавухой? Посмотрим. Так, выписал пропуск, созвонился. Объяснили, куда ехать. Огромная территория. Походу, я тут не покушаю, потому что я не заехал никуда. Негде было. Везде бордюры.
А нет, вон, чай, горячая выпечка. Пошли сразу тогда возьмем. Тут проскочим через щелку. Что вы со мной все время фоткаетесь-то? Да, бля, Калюк, смотрю давно уже. Я сейчас выезжал, смотрю это. Автомобиль твой стоит. Че, подумал, уже другой, да, на нем? Да, я вот что-то последнее, вот как раз на той неделе смотрю, что-то у тебя много серий с КАМАЗом. Коль, я видеосъемку веду, ничего. Так ничего. Это, ты, наверное, подумал, что другой, да, водила? Я, да, думаю, ты не ты. Я посмотрел на эти, как я, на КАПЭшке, думаю, мало ли, может быть, ты там. Я же этот, как он, блядь. Потом смотрю, выбежал из одной палатки в другую. Я хули увидел хавчик, все. Ну, Калюк, сейчас. Вот смотри, как онлайн происходят фотки. Зазвездите меня. Смотри, вот так вот делаем. Пониже вот так. Все? Еще? Ладно. Я полетел грузиться, у меня прям пипец. Все, давай, Калюк, удачи. Все, давай, спасибо. Набрал. Хуль, глаза видят, все, надо брать. И адреналинчик. У меня еще картошка тут недоедена, семечки недощелканы. В холодильник сейчас все. Живайся, Николаша. Все на полу, блядь. Я уже забыл, куда он мне объяснил. Girl. Girl. Девочка имеется в виду. Так, пропуск есть. Документы сейчас будут нужны, потому что надо будет всякие, как они правильно называются, таверки. Что повезем, даже не знаю. Сколько тонн, не знаю. Мне интересно. Взял, короче, беляш, который у меня уже разъехался. Котлету в тесте. Взял сигарет, потому что мне не хватит. У меня сигарет осталась одна пачка. Взял еще две. Опа, бегом. А тут у нас картошечка фри. Ты торопишься или показываешь, я не пойму, Николай? С котлеткой. А то. Поехали на поиски этой фирмы. Ну, поехали. Посмотрим, что это у нас за фирма такая. Я говорю, многие оп, заглядывают. Вольво догоняет такая, посмотрела, потом назад. Думали, что нихуя не Колян. За зеленым зданием налево. Газель, подожди. Сразу же налево. 50 метров красный какой-то приступочек с белыми воротами. Возможно, они открыты. За ним или после. Здесь вот в пейнтбол поиграть на всей территории, знаешь, там человек 15 на 15, до последнего. Ну что, чик-чик, по складам там ищешь как-нибудь. Как дал в ляжку. За зданием где? Налево или направо сказал? Блядь. Давай еще раз позвоним. Что-то зеленое здание совсем какое-то большое, блядь. Я звонить, ребята.